возможность пообщаться с партнерами, найти новых партнеров. Вот такое взаимодействие, нет закрытых зон, нет каких-то закрытых мероприятий, все очень открыто, интересно, доступно, ярко. Мне кажется, очень хорошо команда поработала. Ну, я надеюсь на расширение деловой программы, потому что очень интересно на профессиональные темы пообщаться с профессионалами из других стран, обсудить их и что-то новое взять для себя. Спасибо за приглашение, спасибо за такое гостеприимство, истинно арабское, оно очень приятное, вообще очень интересная команда, приятное взаимодействие, успехов вашему форуму и в этом, и в следующем году.